Выдающийся русский оружейный конструктор Николай Макаров для Рязани человек не чужой. Во-первых, он уроженец Сасова. А во-вторых, как выяснили краеведы, какое-то время жил и учился в самой Рязани. Мы, наконец-то, точно установили после долгих споров, рассуждений, даже какой-то, может быть, драчки небольшой. Решили, все-таки установили доподлинно, что Макаров Николай Федорович, тот человек, который изобрел пистолет Макарова, его имя известно всему миру, он действительно учился. И вот сегодня мы нашей доской мемориальной, мы это подтверждаем. В список знаменитых отечественных оружейников Николай Макаров вошел прежде всего как создатель пистолета Макарова. На самом же деле его талант проявился не только в области ручного оружия. Вместе с конструктором Николаем Афанасьевым он создал авиационную пушку АМ-23, служившую главным оружием обороны для многих советских бомбардировщиков, ракетоносцев и транспортников. А еще с участием Николая Макарова спроектированы и запущены в производство два отечественных противотанковых ракетных комплекса «Фагот» и «Конкурс». «Фаготом», кстати, сегодня воюют в том числе и ополченцы Донбасса. Сейчас даже имеются у нас алфавитные книги призыва Великой Отечественной войны, кто в 41-м году, в 42-м году, в 43-м году и сегодняшний день, кого мы призываем, вписывается в алфавитную книгу призыва весеной и осенью. И, конечно, тут определенную роль сыграла историческая память и знание архивных материалов, и где их найти, и о чем написать. Николай Федорович, закончив ФЗУ, тогда назывался, фабрично-заводское училище здесь, вот в этом здании, выбрал себе профессию оружейника. Для учащихся железнодорожного лицея эта табличка всего лишь часть познавательной лекции о герое социалистического труда Николае Макарове. Раньше его считали все-таки тульским мастером, теперь же вполне можно называть рязанским, с подачи местных краеведов.